спасибо большое автору лучшего, я бы сказала, образцового парохода вдоль бортика, Артем Булжиевский. Видели Максима Шабанова? Как это вообще с вашего ракурса, расскажите, было? Да нет, не видел. Знал, что там кто-то накатываться будет, поэтому пострел сделал в высоком добивании. Максим там был, забил, молодец. Не кажется ли вам, что где-то матч складывается по сценарию прошлой игры со «Спартаком», а итог мы знаем этого матча? Нам такое не надо, вам точнее. Нет, я считаю, что игра другая. Вот мы больше доминируем, хорошая игра. Вот, поэтому все нормально пока. «Спартак» предпочитает играть первым номером. Как-то, исходя из этого, может быть, выбирали роль второго плана или перехватить инициативу с первых минут была задача? Да нет, вторым планом точно не было задания играть. Поэтому мы стараемся всегда навязать свою игру, свою борьбу и играть первым номером. Спасибо большое.